На самом деле уже который раз пытаюсь записать сторис, пока еду утром из дома на работу. Вот. Но дело все в том, что здесь, во-первых, есть шанс попасть под камеру, а камера здесь следит, есть в руках телефон или нет. Тут на самом деле в Эмиратах даже кушать за рулем нельзя. Вот. Тоже камеры штрафуют. Но будем надеяться, что мне повезет сегодня и обойдемся без штрафов. Вот. Короче, постараюсь вам сегодня, да и в ближайшие дни, начать уже рассказывать, показывать, какие у нас тут есть успехи, какие у нас есть задачи, с чем мы сейчас работаем. Вот. Ну и в целом, так сказать, обозначить те моменты, которые сейчас вот актуальны. Вообще, возможно, кто-то не догадывается, но Дубай – это не всегда небоскребы, это не всегда Бурдж-Халифа и какие-то красивые виды. Иногда Дубай – это вот примерно вот так. Я сейчас подъезжаю к нашему воркшопу. Это район Джебель Али Индастриал 1 называется. Вот. У нас тут вечный какой-то ремонт дороги. Вот сколько времени мы тут находимся. Вот столько здесь пытаются что-то сделать. Ну, вернее, если уж быть совсем честным, то это не совсем ремонт дороги. Это у нас здесь какие-то работы по коммунальным линиям, там, по водоснабжению или по канализации, я уж не знаю. Вот. Ну, вроде что-то делают, постоянно вот копают. И такие вот пробки. Вот здесь, посмотрите, тоже. Вот, поэтому, конечно же, это сопровождается всякими такими вот ситуациями, когда кто-то где-то тупит, кто-то вот так вот паркуется посреди дороги, приходится объезжать. Вот еще встречка сейчас должна была поехать, но вот сегодня мне повезло. В общем, добираться до нашего бокса удовольствие не самое приятное. Тем не менее, приходится делать это каждый день. И вот, зацените машину, которую я приобрел, в общем-то, себе здесь. Многие были очень удивлены, когда я рассказал о том, что я себе купил Патрол. Потому что те, кто меня давно знают, знают, что у меня всегда были какие-то машины более спортивные, купе, низкие. Ну, в общем, интересная у меня автомобильная молодость получилась. Вот. Но сейчас вот, чтобы в Джебель-Али приезжать, чтобы чувствовать себя тут нормально, чтобы не париться насчет, ямок, кочек и всего прочего, и спокойненько вот так вот доезжать до нашего бокса. У меня есть Патрол. Ой, везде плотненько, но тем не менее, пам, на месте. Тем временем у нас в боксе такой движ происходит. Это детали первого каркаса безопасности, который в эту 400-ку будет ввариваться. Она уже на готове стоит. Сейчас скоро будем перемещать ее в наш fabrication room. Вот. Саша Нилус приехал нам с этим делом помочь. Большой профессионал во всем этом. И вот сейчас как раз медиа-команда готовится к съемкам для того, чтобы рассказать про все нюансы по установке этого каркаса и составить нашу инструкцию по сборке. Знаете, одна из главных причин, почему местный рынок так сильно любит Патролы, потому что у него есть такой замечательный холодильник в подлокотнике, который позволяет возить всегда с собой бутылочку холодной воды. И вот когда на улице под 50 градусов, этих бутылочек воды ежедневно уходит, не знаю, сколько точно, ну, наверное, порядка 8 штук. Вот. И, честно говоря, становится страшно от того, сколько вообще воды приходится заказывать.
А мы тем временем с вами приехали вот в такое вот место, к Славе Хетке. Это русскоязычный немец, который здесь, в Дубае, уже несколько лет занимается покраской автомобилей. И делает все это действительно по-немецки качественно. Вот. Сейчас мы приехали смотреть, как у нас идут дела с нашим первым кузовом, который мы привезли сюда, покраску. Сейчас посмотрим. Позвольте вам представить Славу. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним будет очень долгосрочным, очень плодотворным. Это, значит, у нас первый кузов Baby Z-ки. Мы немножко поролись ногами в жир, когда готовили его. И где-то мы торопились, да и в целом сам кузов был не очень качественный. Но, как говорится, первый блин комом. И прикол был в чем? Прикол был в том, что поскольку кузов, как я сказал, был плохого качества, нам пришлось его, прежде чем начинать с ним что-то делать, отпескоструить, вот, а потом несколько месяцев с ним работать. И вот пока мы с ним работали, он у нас успел опять заржаветь весь, и пришлось повести еще раз на повторный пескоструй, после чего его покрыли вот таким вот черным грунтом, который позволяет сейчас увидеть все косяки, которые у нас есть на кузове, и самое главное, это позволит Славе подготовить, все исправить, да, и подготовить кузов покраски таким образом, чтобы...